Привет, это Ключ, и я Гера. Природные достопримечательности разбросаны по всей планете и привлекают туристов не менее, чем музеи и архитектурные объекты древности. Вот и мы не смогли усидеть на месте. Дорога ведет нас в южном направлении к месту двух озер – Кохельзее и Вальхензее. Оба озера одинаково популярны среди отдыхающих. Многие совершают однодневные поездки на выходные. На территории отдыха расположено большое количество отелей, апартаментов для аренды на выходные. Озера расположены в 75 километрах от Мюнхена в центре Баварских Альп. Мы начнем свое путешествие в городке Кохель-Амзее. По плану у нас пройтись до водопада Лайнбах-Вассерфаль и подняться на Зоненшпице, хотя шпице и переводится как вершина. Но это очень простой маршрут и не требует от нас особых навыков. Высота 1271 метр. И, конечно, полюбоваться горным озером. Все для вас. Для себя тоже. Тропинка, ведущая к водопаду, идет вдоль ручья с одноименным названием Лайнбах. Бах по-немецки ручей или маленькая речушка. Погружаясь все глубже в великолепие земной природы, смотря на бесконечное движение ручья, на горы, поднимающиеся высоко над головой, я ощущала себя невидимой крупинкой в мире гигантов, живущих здесь.
Звуки сопровождают тебя везде. В городе это одно, а очутившись на природе, пение птиц, журчание ручья, шум водопада. И вдруг ты растворяешься в мире, который ты стал все хуже и хуже понимать. Наше путешествие, как всегда, началось очень рано, поэтому на тропинке нам никто не повстречался, и лишь на обратном пути мы увидели пару, идущую к водопадам, и у выхода в город группу из деток лет 5-6 в сопровождении взрослых. Что касается самой тропинки, она завораживает. В
Впечатление незабываемое, нам очень понравилось. Но если я начинаю думать об этой прогулке как мама, то понимаю, что хотя дочь, когда была поменьше, спокойно и аккуратно прошла бы весь этот путь, а вот за сыном надо было бы смотреть в оба глаза, не отвлекаясь на красоту природы. После прогулки к водопадам мы вернулись к машине, чтобы подъехать ближе к озеру. И там же, неподалеку, как нам сказали, начиналась тропинка для подъема на Зоненшпице. Оказавшись на озере, мы решили чуть передохнуть, прогуляться вдоль озера, понаблюдать за происходящим вокруг. И сами того не замечая, задержались здесь до вечера. Было понятно, что подъем на гору придется отложить, так как уже темнело, и нам пора было возвращаться домой. Так что в планах большими буквами мы записали «Зоненшпице», и будем рады, если в этом путешествии вы составите нам компанию. Thank you.
спасибо за ваше время. Увидимся.